сцену приглашается проректор по воспитательной работе Юлия Петровна Бежидай. Дорогие коллеги, уважаемые студенты и все гости, кто здесь сегодня присутствует, как видите, уже немножко создали мы вам веселое настроение, и вы видите, что уже с начала этой недели отдел студенческого творчества и культурно-досуговой деятельности, отдел по воспитательной работе с молодежью, Республиканский союз молодежи, профсоюз педагогов, каждый день подготовил какое-то мероприятие либо акции, чтобы создать вам хорошее настроение, чтобы вы вот эту свою частичку тепла, улыбки принесли в свой дом, и также им стало тепло, уютно вместе с вами. И от лица всего нашего руководства, от себя лично, хочется поздравить вас со всеми наступающими праздниками. Пусть все, что вы загадали в этом году, или вы начали какое-то дело, оно обязательно свершилось в 2019. Как сказали здесь студенты, конечно же, хочется пожелать им крепкого здоровья, потому что оно нам очень всегда нужно, и его всегда не хватает. Кроме этого, хочется пожелать вам психологического, физического, морального удовлетворения, чтобы дома всегда было тепло, уют. С наступающими вас праздниками! Спасибо! Все мы любим предновогоднюю суету. Перед главным праздником года нужно многое успеть. Нарядить елочку, подготовить подарки, накрыть праздничный стол, купить мандарины и бенгальские огни. А вы когда-нибудь задумывались, как готовиться ко встрече Нового года главный волшебник – Дед Мороз? Итак, дом Деда Мороза в канун праздника. Мало кто знает,
что каждый год в свои права вступает новый Дедушка Мороз. Ну вот и уходит мой год. Осталось всего несколько дней. Ну, я вроде бы все успел. Самое главное, преемника подготовил. Ну что, Дед Мороз 2019 года, ты все запомнил? Естественно. Главное, чтобы ты никакую мне там свинью не подложил. Ну, я на это, знаешь, собаку съел, если ты понимаешь, о чем я. Так, еще раз, все помнишь? Конечно. И даже Wi-Fi от пароль помню, да. Вообще-то ВСУ-2 без пароля. Ну ладно. Знаешь, где шарики лежат? Конечно. Гирлянды? Да. Где дождик? Да. Вот посевная начнется, тогда и достанешь. Кстати, а это кто? А, это Дедушка Мороз. Дедушка Мороз 2022 года. Да. А чего он так рано пришел? На европейские игры хочет посмотреть. Вдруг это последнее. Ладно. Пойдем лучше в подвал, я тебе новую гирлянду покажу. Пойдем. Пойдем. Просто так пройдем, и в снега
далеко, там, где ты, вдалеко. Все твои города замело. Замела зима, все твои дома далеко. Пришли из ВГУ, не успел разобрать. Может, вместе почитаем, вдруг что-нибудь исполнить получится. Ну, вот смотри, такое тут письмо пришло. Ну, давай. Читаем. Дорогой Дедушка Мороз. Пока все правильно, да? А может сделать так, чтобы в новом году можно было приходить только ко второй паре? Денис, факультет физической культуры и спорта, декан. Ну, это, наверное, не к нам обратиться лучше, да? А к юридическому факультету. Они с радостью поменяются сменами. Должны. А вот еще одно у меня. Дед Мороз, пусть у всех в новом году будут с собой пропуски. Вильгельм. Эй, вы! Хватит читать всякую ерунду. Вот настоящие письма. Их теперь даже не на электронную почту присылают дедуля, а в директ Инстаграма. А вот эти я нашла в интернет-газете ВСУ онлайн. Ну что ж, давай почитаем, что там в ВСУ онлайн. Давай. Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе твой маленький и способный поклонник. Весь год я вел себя хорошо, не хулиганил, помогал старшим, оказывал им материальную помощь, водил в бассейн, возил на экскурсии, дарил подарки, а ты, дорогой дедушка, так и не вступил в профсоюз. Надеюсь, что до конца уходящего года ты подумаешь над своим поведением. Ведь мне скоро сдавать годовой отчет. Желаю тебе здоровья, пушистой елки, веселых хороводов. Только не забывай, пожалуйста, что ты уже старенький. И после новогодних праздников нужно отдохнуть. А лучше всего это сделать не на печи в Беловежской пуще, а в санатории Федерации профсоюзов Беларуси, где работает гибкая система скидок, но только для членов профсоюза. Димочка Стрик. Надо вступать, Дедушка Мороз, надо вступать. А мне вот такое письмо. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Как ваши дела? Меня зовут Оля, и я студентка третьего курса филологического факультета. В этом году я была очень хорошей девочкой и ела много каши. Можно ли мне за это автоматом поставить сессию? Пожалуйста. Это все, конечно, шутки. Ну да. Я, правда, очень старалась быть прилежной студенткой, послушной дочкой и любящей сестрой. Надеюсь, в следующем году старания только прибавятся. Пожалуйста, не удивляйся такому долгому отсутствию писем. Последние годы я была очень занята школой и поступлением в университет. Хоть я больше и не ребенок, но верю в чудеса. Я буду терпеливо ждать. 31 декабря в городе Новополоцке вместе с родными я буду встречать Новый год. Ольга Курганова. Ну, какое хорошее письмо. Ну, еще у тебя что? Мне написал Саша Марков. О, дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе мальчик Саша. Мне 31 годик, я работаю в Витебском государственном университете имени Петра Мироновича Машерова. Весь 2018 год я был очень хорошим, слушал старших, начальству не перечил, правком сносы платил, старался, кровать заправлял и даже сам посуду мыть стал. Я был настолько старательным и прилежным, что получил специальный приз университета доцента Дистимус номинации «Лучший специалист ВГУ-2018». Дедушка Мороз, я даже не знаю, что попросить у тебя на Новый год, ведь у меня все есть, разве что деньги бы не помешали. Выспаться хочу и пару килограмм убрать. Правда, вряд ли ты мне здесь как-то поможешь, поэтому лучше, дорогой дедушка, пожелай нам здоровья, а с остальным мы и сами справимся. Замечательные желания, замечательные, постараемся все исполнить. Да, главное, чтобы дети не переставали нам оставлять маленькие конвертики со своими
поздравлениями у окошка. Главное, чтобы они не переставали в нас верить. Дорога.
Своим годом я доволен. Он коробки к потолку подвесил. Правда, никто не знает, что там подарки внутри. Поэтому по наследству тебе все богатство перейдет. А много ты успел сделать? Конечно. ВГУ увеличил количество студентов, обновил материально-техническую базу, неоднократно побеждал на различных международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. А мне что надо осталось сделать, а? О, брат, есть вот у меня незаконченные дела. Вот, тут как раз думал тебе передать. Держи. Спасибо, и так. Первое. Достроить мост к Полоцкому рынку. Ну, это я сразу 2022 передаю. Да, передавай, да. Следующее, значит. Доделать ремонт в малом спортивном зале. Ну, это я тоже, да, передаю? Не-не-не, это ты уже как-нибудь сам постарайся. Хорошо, значит, так, что тут еще? Увеличить число студентов на 120%. Открыть 5 новых факультетов. Набрать на филфак хотя бы 100 парней. Открыть буфет на каждом этаже. Купить новые две светящиеся цифры к 2020.
этому году, да, на фасад. Сделать медро ко всем факультетам. Да, это ж сколько работы мне еще предстоит в этом году. А вдруг я не успею? Ты, главное, верь в себя и двигайся вперед, несмотря ни на что, и у тебя все получится. Ну, если не получится, можешь им передать. И в этом, честно говоря, две папки 94-го года лежат. Ну ладно, пойдем дальше. Пойдем.
волшебный, я уцелю, я готов. Детвора, время вышло, мне пора. Дед, что это тебя понесло? Ой, извините, привычка. Шутки шутками, но теперь это твое. Я очень на тебя рассчитываю, верю и уверен, что ты не подведешь. И я в тебе верю. Спасибо большое. Я не подведу, обещаю. И в этом, правда, вы мне поможете. Вы говорю, правда? Годом! Песню написали.
любви. Всем родным и близким пожелаем добра, добра и веселиться до утра. С Новым годом поздравляем университет. Пускай эту мелодию слышит белый свет. Наше настроение не испортит непогода. Давайте крикнем вместе, друзья. С Новым годом! Песню на